Париже, 9 декабря, началась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России. Это первая встреча в нормандском формате с 2016 года. В резиденцию президента Франции Елисейский дворец прибыли президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин. В саммите также примет участие президент Франции Эммануэль Макрон. В Париже уже состоялся ряд двусторонних встреч. Так Владимир Зеленский встретился один на один с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Также запланирована двусторонняя встреча Зеленского и Путина. В саммите, кроме лидеров четырех государств, также принимают участие дипломатические делегации. В частности, в украинскую делегацию входит 13 человек, включая представителей Офиса президента, министров и директор НАК «Нафтогаз Украина». Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что рабочий вариант коммюнике утвердили в начале сентября. По итогам саммита лидеры четырех стран должны дать положительную оценку разведению войск на трех участках и обмену удерживаемыми лицами, а также одобрить продолжение работы в этих направлениях. Об изменении положения или очередности пунктов минских договоренностей речь не идет. Смотрите самые важные и интересные новости на нашем канале. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.